Мероприятие определило направление работы важнейших общественных и государственных учреждений на 16-17 годы. Тема патриотического воспитания молодежи затрагивает деятельность множества организаций, и подобные совещания позволяют согласовать их работу. Федеральные вопросы и программы – да, а как мы их на местах выполняем, какие проблемы, какие чаяния и трудности на пути возникают – это, ну вот, хотелось бы посмотреть. Многие учебные заведения Одинцовского района предложили себя в качестве площадок для подобных дискуссионных собраний. Воспитанию молодого поколения сегодня уделяется особое внимание. И активность ребят в спортивной, культурной и политической жизни страны дает надежду на то, что воспитание это себя оправдает.